Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов и завоевал свой 6-й кубок самого престижного клубного турнира в Европе. Матч прошел в Мадриде, завершился со счетом 2-0. Болельщики Ливерпуля ждали победы своей команды в Лиге чемпионов 14 лет. Конечно, жгли фаеры, веселились в барах и на улицах Мадрида еще до начала матча. Ну а после голов Салаха и Ориги всю ночь отмечали победу. Сначала на трибунах вместе с игроками команды пели гимн клуба, а потом празднование переместилось на улицы города. Первый тайм матча запомнился не только самым быстрым пенальти в истории финалов турнира, но и тем, что на поле прямо во время игры выбежала девушка в купальнике. Оказалось, это тревел-блогерша и модель Кинси Валански. Ее жених, российский блогер Виталий Здравецкий, позже опубликовал в своем твиттере пост со словами «Не могу дождаться, когда на тебе женюсь». К слову, число подписчиков самой девушки в Инстаграме после этого матча увеличилось в разы.